В областную столицу приехала делегация из Якутска. Представители департамента городского хозяйства Тюмени провели рабочую встречу с гостями. Цель визита – обмен успешными практиками по реализации городских программ. В частности, представители администрации Якутска заинтересовал местный опыт организации городского водоснабжения и водоотведения, дорожного хозяйства, а также внедрение проекта «Умный город». Еще одно направление – программа озеленения, которая, по мнению гостей, поможет Якутску сохранить зеленые насаждения, ведь 80% из них на данный момент не приживаются. Самый главный аспект – это содержание. Содержание, то есть непосредственно полив. В этой части у нас есть проблематика в связи с тем, что у нас вечная мерзлота, то есть подвод водоснабжения очень дорогостоящий. В этой части также мы будем прорабатывать. Но смотреть опыты других регионов. В рамках этой встречи, конечно же, мы видим, в каких сложных и суровых условиях проживают наши коллеги. И те самые успешные практики, которые у них есть, они с нами готовы поделиться. Мы готовы рассматривать их и смотреть на предмет возможности внедрения в городе.